Элпинор остался позади. Последний бой, последний вздох его не принес нам ясности в судьбе Кассандрочки. Оказалось, что не только мама, но и папа ее живые. Но, как сказал Элпинор в последних своих словах, это ненадолго. Стоит заглянуть, чего мы там нагреблись. Давно мы в свой рюкзачок не заглядывали. Ну, красивая штука, но так. Покров сумерек. В общем, чепуха. Да, неплохая вещица. Ну-то надо весь комплект собрать. Пускай пока побудет в рюкзачке. Потом посмотрим на нее. Обыкновенные. Тоже так не ахти. Пусть будет пока старенькая все. Ну, по крайней мере, будет много чего, что без всякого сожаления можно продать. Да, и у нас появился балахон сектанта. Церемониальное облачение культа космоса. Вот тут рассказывают, как нас обманули. Святилище Асклепия, безумной жрицы. Ну и кусок артефакта нашли мы древнего. Ай. Надо еще как-то будет заняться отдельно этими табличками. И это аж на Итаку надо возвращаться, да? В общем, с сокровищами в табличках тоже стоило заняться. Там можно получить полезные вещи. Да, ну вот, например, конечно, это не по сокровищу, по-моему, в табличке. Такая локация, как прообраз Триремы Аминокла. Я аж запомнил. Вот, там на дне в сокровищнице валялась полезнейшая вещь. Это новые шкурки для моей команды, команды Адрастии. Повеселее шкурки, покрасивше стали. А вот те сокровища, которые мы находим по этим табличкам, чаще всего там какие-то уникальные гравировки, еще что-нибудь полезное можно встретить.
Да. Надо было глянуть задание сразу. Финские сундуки. У нас пока тут афинян не видать. Стой, совраска. Давай. Это вот так вот через горы, что ли? Попробуем. Горнолыжная лошадка. Ты готова? С испытанием. Ох. Бедная лошадка. Вперед. Не стыдно над животными издеваться. Да. Ух, нифига себе. Канатная Давай. Дорога. Надо будет туда обязательно сходить и на ней покататься. Надо не забыть про эту канатную дорогу. Да, ну. А вот Кирыся. Или это волчок был? Нет, это волчок. Я ж думал, что я рысь встретил. Совраска. Фобос, вперед! Поехали! Угу, поехали. Наша девка такая. Волков даже неохота связываться и останавливаться. Ну, Фобос, что ты? Поехали. Давай. Это лучшая горнолыжная лошадка во всей Греции, так что не ртаться. Что, разбойники напали? Ничего не просишь, извини. Гал-гал. С дороги! Надеюсь, этот оракул не такой мрачный, как в Спарте. Кассандра, здесь прекрасно, правда? Боги так близко, я чувствую присутствие Полона. Как дела с Элпенором? Поговорим об этом позже. Простой паломник. Ага. Он был у Оракула. Я спросил, так ли она всесильна, как говорят. Ну, и как? У меня больше вопросов, чем ответов. А то она и оракул! Ты не соврал.
Это и правда копье Леонида. Болтун. Само сорвалось с языка. Было бы хорошо, если бы ты поменьше болтал. Просто он интересуется легендами, как и ты. Я думал, вы поладите. Как же? На мусорке нашла. Ты узнал копье, лишь взглянув на него. Ты непростой паломник. В Дельфах все сложнее, чем кажется. Даже я. Меня зовут Геродот. Я историк, или был им. Война толкает нас на отчаянные поступки. Это правда. Почему ты скрываешь свое имя? Я здесь по заданию жителя Афин. Очень могущественного. Мы хотим положить конец войне. Ты сказал, что хочешь задать Оракулу личный вопрос. Война касается и меня, Варнава. Значит, ты просил у Пифи совета, как прекратить войну? Верно. Но в Дельфах что-то неладно. Стражники на каждом шагу. Людей гонят прочь. Ты сомневаешься, можно ли верить Пифии? Что она сказала? Я спросил ее, как нам закончить войну. Она ответила: весне не следует желать зимы. Она несет ей погибель. Как мудро. Я не понял ни слова. Но поэтому она там, а мы здесь. Уж угрозу-то я узнаю сразу. Ха-ха-ха-ха! Ты слишком долго жила на Кефалине. Безумие какое-то! Неужели столько людей хотят увидеть Пифию? Это не просто люди. Каждый город присылает сюда послов от имени своего народа, чтобы получить совет. Пифия решает судьбу не только отдельных людей, но и всего греческого мира. Огромной властью обладает тот, кто вкладывает слова в ее уста. Это Аполлон! Само собой. Я представляла Дельфы совсем другими. Здесь всегда было так? Нет. Раньше в Дельфах были рады гостям. Всему виной война. Политики используют Пифию в своих целях. В военное время пророчества вызывают волнения. Держи оружие в ножнах. Кровопролитие считается оскорблением Аполлона и сурово карается. Я хочу поговорить с Пифией. Но очередь. Да я состарюсь раньше, чем дождусь. Ты мигалки включи. Да ты шутишь!
У тебя нет недостатка в оружии. Я не хочу проливать кровь. Кровь? Просто зайди! Кто тебя остановит? Жрец? Ладно. Но если что-то пойдет не так, виноват будешь ты. Она потрясающая, правда? Вот такая вот у нас картина. Во все времена, во всех местах. Все одно и то же. Ложь, звездеж и пропаганда. Да. Я хочу увидеть Пифи. Войти могут лишь те, кого избрал Аполлон. И как стать избранным? Занять место в очереди. Я похожа на того, кто готов ждать? Опиум, опиум для народа. Ломка. Ощути силу света Аполлона. Этот свет способен разогнать тьму. Выбирай мудро, смертная. Лишь один вопрос. Скажи, что хочешь знать? Ну, давайте. Я лишилась матери. И хочу ее найти. Где она? Это ты? Ага. В моем видении. Дитя на скале. Откуда ты знаешь? Уходи отсюда. Иди. Уйти? Ты хоть знаешь, чего мне стоило сюда попасть? О, я знаю. Я видела, что было в Каусасе. Болезнь повлияла на твое решение. Из-за этого погибли люди. Но как? От света не скрыться никому. Прошу, помоги мне. Ответь на мой вопрос. Мусора. Дитя скалы. У культа космоса везде свои люди. Они убьют тебя. Культ космоса? Оракул умолкает. Пророчество сказано. Ты не ответила на вопрос. Пифия сказала тебе все. Я не уйду без ответов. Геродот, ты еще здесь? А где Варнава? Он вернулся на корабль. Пророчество тебя не порадовало? Она знала, кто я. Это Пифия. Она притворяется, будто все знает. Нет же. Она видела меня ребенком на скале. Турец и скала редкость. Мог стоять на скале. Меня сбросили со скалы. Это мое рождение и моя смерть. Говорю тебе, она знала, кто я. Что сделала? Пыталась предупредить. Предупредить? О чем? Она говорила о культе космоса. Знаешь о таком?
слышал кое-что. Его адепты появились в Дельфах. Но это только слухи. Похоже, Пифия их боялась. Стражи увели ее. Увели? Значит, слухи не врут. Если они добрались до Пифии... Это ужасно. Понимаешь, что это значит? Теперь культ управляет миром. Я поговорю с ней, когда ее не будут так защищать. Тут без чуда не обойтись. Она всегда под охраной. Ты многое знаешь о Пифии. Где ее найти? Если ее нет в храме Аполлона, значит, она в своем доме, в хоре Дельф. Не могу же я врываться во все дома подряд. Дом Оракула будет несложно узнать. Она единственный человек в хоре Дельф, который может позволить себе жить в роскоши. Где в хоре Дельф находится дом Пифии? Я слышал, она живет на окраине. Но помни, ее охраняют. Не все являются к Оракулу с благими намерениями. Я разыщу дом Пифии и получу ответы. Помни, Кассандра, где нужно действовать хитростью, грубая сила не поможет. Да ладно. Ну, в общем-то, на этом можно закончить эту серию. В следующей серии мы пойдем карабкаться на храм, чтобы посидеть немножко на статуе, посмотреть, поизучать окрестности. Ну и, собственно говоря, пойдем искать дом Пифии. Вот. Вот такие вот красоты. Да, спасибо за внимание тем, кто был со мной. До следующих встреч в следующем эпизоде. Дельфийское святилище. Сами боги оберегают эту землю. Да. Ну а мы с тобой полезем вон туда. До встречи, дорогие друзья.